это крона заряжаемая. А, значит, которые были у меня, это были классические кроны, и в зарядке они вот так вот втыкали зарядку и заряжались. Здесь все немножко... Нет, ну здесь немножко иначе. А здесь они заряжаются с помощью вот микро-USB, что достаточно удобно. Давайте попробую, что ли, их. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Давно забытое ощущение детства. О, жгёт хорошо язык. Вольтажность даю, значит, хорошую. Заявляются как на выходе 9 вольт, на входе 5 вольт, 400 миллиампер часов. Насколько это правда, вопрос сложный. Человек, который делал на них полноценный, хороший, интересный тест, сказал, что у них есть такая особенность. Они не медленно разряжаются, а прям дают, все, не работают. Для чего они нужны? Ну, вот если у вас есть детские игрушки, вы знаете, крона вещь, ну, достаточно дорогая, да, то есть, если там брать икеевскую, она будет стоить 100 рублей, причем, кстати, хорошие батарейки. Если брать Energizer и так далее, 200-300 рублей для батарейки, ну, не вопрос, да, и выкидываю, плюс природа гадится. Здесь чуть дороже это вышло. Хотя я не помню, может быть, даже там не так уж дорого они стоят. Взяли, зарядили, поставили, разрядили. Зарядили. Ну, то есть, как бы есть маленькие дети, обязательно возьмите такие батарейки. Плюс у меня еще подобные идут. Не знаю, там вживую надо будет их попробовать, понять, какие будут лучше. Смогу дать конкретный совет.